слышно акапелла «Пасхальный дар». А вот это мама. Мам, прочитай себе это, мама. Мышка! Кира, что? Да. Пойдем дракона смотреть. Куда побежала? Заходите как положено. Папа, коняшка там. Лошадка. Рыцари, турнир. Посмотрим. Тоже хочешь подраться? С кем? С мамой? И часы будет видно. Отдай свой меч! Часы видно? Классные. Класс? Нравится? Может быть, все-таки разрешим ей сделать турнир? Нет, она же девочка. Пойдемте вон посмотрим сувениры. Пойдем. Мышки? Мышки. И собачки. Они там... А зайцы вон такие висят. Класс? Они там без шибау, по-моему, играют. Наверное. Ну, пойдем посмотрим. Пойдем. Быстрее, быстрее, быстрее. Там какая-то палка. Настоящий. Настоящий? Да. Смотри. Рыцарский. А вот глянь, какие кованые стулья. На карусельку не хотите? Настоящие. Можешь даже посидеть. Да, вон тут покупаешь кофе, садишься за стул и пьешь. Не отставляйся. Почему? Вот смотри, все. Никак. Ну, пойдем покатаемся.
копытце-то началось. Бежи. А вот и сказка. Да, Кирусик? А поутру стал Кукованя в лес собираться, заготовил себе сани, вот мешок сухарей взял, припас охотничий и другое, чего ему нужно. Деда! О! Погоди! Постой! Что такое? Деда! Ну? Возьми меня с собой, а в лес? Ой, Даренушка! Да где что видно, чтобы маленькие девочки в лес ходили? Ой, деда, но я же уже большая. Большая. Деда, но я так хочу на козленка волшебного поглядеть, ну возьми. Ой, Даренушка, да холодно там, замерзнешь еще. В снегу угрузнешь, ну нет. Деда, не замерзну, но это мечта моя. Ну возьми, 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 возьми. Ой, возьми, беда возьми, мне возьми, с тобой, возьми, ну хорошо. Ну, повторить сможешь? Да я уже выяснила. А Даренка... Дома без дела не сидела. А звали кого как? Занималась. Его зовут Иван. Вот дом работала. А дочку Ивана была, это дочка, это внучка. Сколько она крупы перебрала. Да, вот это крупы. Ой, подписать-то забыла. Так, непонятно, понятно. В мешке какая крупа лежит. А вы поможете нам разобраться, в каком мешке какая крупа, да? Все, хорошо. Так, смотрите. Это у нас что? Горох! Точно! Ну, как быстро отгадал. Видите? Желтый какой. Тут поглядите. Видите? Горох. Вы там тоже проверьте, там точно горох? Точно? Так и подписали. А похож на семечек немножко, да. Ну, видите, вон она такая. Крупненькая. Ну-ка, поглядите здесь. Вон. Видите? Вот проверьте. Точно фасоль? Похоже на фасоль. Вот, видите? Ну все. Все, фасоль. Так и подпиши. Фасоль. А тут у нас... Молодцы. Почти без подсказки. Так. Гречка? Точно? Так и подпишем. Что ж ты подсказываешь-то? Ой, упала. Ну ничего. Мышка съест. Так, вот, видите? Раз, два, молодец! Все мешки перетаскали в амбар. Ну, в общем, Даренка, весь день по дому работала, а как стемнело, так забеспокоилась. Да только кошка Муренка сидит спокойно. Муренка! Муренка, ты слышишь? Что это такое? О, пойду на улицу. Давай, ладошки свои, малыши. Малыши, малыши. Кто тут у нас маленький? Вот, держите камушки. Ну-ка, ладошки свои. Да расти давай. Ой, вот какая тебе расти нужно, нужно большой. Держите. А камушки-то мы любим. От козлика-то волшебный. Уж большой. А вот там малышки лежат. Держите, сейчас. Вот. Ох. Ой, красота, ты да? Ты получил такой малыш. Так, держи. Ну что там же? Взяли? Ладно, большие какие. Да. Оп. Держите. Ой, пожалуйста. Ну что ж, вы растите здоровенькие и большие. Спасибо вам большое, что сказку нашу поглядели да послушали. Ну, до свидания. До свидания. Похлопайте, да, мы поклонимся. А мы еще раз поклонимся. Оля, спасибо большое. Да, ну, побежали греться. Побежали. Что, мы же погреемся. До свидания. Пока-пока. Покажи свой камушек. Красивый какой. Волшебный. Можно мы его заберем? Нет, никакой, папа. Сердце прям, да?
средневековье. Вот мышка. Нет, сюда. Сюда, сюда. Классный факел. Пошли. Понравилось? Ага. Что понравилось? Камень где твой? Камешек. А, будешь расти. Ага. Храни теперь его. Все, говори, пока-пока, пошли. Пока-пока, пошли. На котов посмотри. Ну да, пойдем. А потом еще... Домой!